«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Так кропотливо над своими произведениями работает Евгений Акимов. В ход идут топор, стамески, нож и даже бензопила. Все четко по чертежам, все экспонаты уникальны, а повторить ручную работу просто невозможно. Мои коллеги побывали в мастерской резчика по дереву. Тем самым мы придаем некую, допустим, форму нашей заготовочки. Смотрите. Вот если мы хотим создать какой-то образ, мы его создаем. Допустим, здесь у нас будет нос. Евгений в 1993 году закончил отделение резьбы по дереву Богородского художественного училища. Сейчас доцент кафедры технологии и предпринимательства. Прямо на наших глазах Евгений буквально за 10 минут небольшой кусочек дерева превращает в интересного старичка. То, что у нас получилось, это деревянная такая игрушечка. На полках в мастерской творца сказочные герои, дома, животные и птицы. Этими руками изготовлены тысячи деревянных фигур. Десятки из них украшают парки нашего города. И среди них сложно выбрать какую-то одну, говорит творец. Евгений уже более 20 лет занимается резьбой по дереву. Мать не может среди детей выделить. Это тоже его дети, это его произведение искусства. И самые лучшие работы, конечно, они на фестивалях бывают, когда выкладываешься по полной программе и охота показать, что ты лучший. Евгений Акимов – организатор международного фестиваля художественной резьбы по дереву «Бензопилой». В день города в столице Чувашии приезжают неоднократные победители престижных конкурсов. Руки художников творят чудеса. На глазах зрителей деревянные бруски превращаются в сказочных героев. Евгений участвует в подобных фестивалях за рубежом. Показывал свое мастерство в Шотландии, Англии, в Германии. На самом крупном в Европе фестивале. Помимо скульптуры из дерева, создает фигуры из снега и льда. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.